Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Ну и Хьюга, конечно же. Мы сегодня с Настей. Михалыч уехал к Егору, а мы решили с Настей съездить до избы вдвоем. Друзья, ролик будет исключительно чил. Мы приехали приготовить покушать, поснимать природу. Она сейчас очень красивая в наших краях, особенно в наших местах и лесах. Поэтому для тех, кто хотел посмотреть работу, стройку, ее не будет, можете выключать видео, а можете досмотреть до конца и подписаться на канал. Вот так вот. Всем приятного просмотра, друзья. А мы погнали. Вот так вот. Сегодня тепло, и Хьюга такой игривый вообще. Посмотрите на него, какой он счастливый. Сейчас мы ехали по старому своему следу, и он бежал. Он офигенно бежал, он даже не отставал ни капельки от нас. Молодец. Так вот,
Спасибо. Привет. Я уже потихоньку разделся, снял куртку, уже везде стало потеплее. О, 14 градусов уже показывает. Это хорошо. Мы уже готовим кушать. Печка топится, на печке кипятим воду для супа и чай. Уже чайник уже почти вскипел. Что? Хьюго сказал дай. Друзья, всем нравятся бабулины перепечи. Да? Да. Тут, наверное, вот до тех елок, которые видно, метров 100 приблизительно.
Хьюго. Нельзя. Нельзя. Спрятал у нас. Две штуки закину. Хлеб надо. Угу. Юга напугался, малыш. Это конфетки на тебя упали, не бойся. Ну как тебе? Вкусный. Очень вкусный. У него как будто бы голос изменился. Ну так смотри туда, как будто там голова кто-то есть, да? Угу. Вечерний обход у него.
потеряли Хьюга. А он вон, смотрите, где сидит. Вон там сидел, греется на солнышке. Хьюджа, иди сюда. Он уже в сторону дома поглядывает. Уже, видимо, домой хочет. Хьюга, малыш. Красавчик. Тут немного мимо гвоздь прошел, торчит. Ну, друзья, в лесу невозможно добиться идеальной ровной поверхности. Ну, может и возможно, но у нас ее нету, поэтому вот здесь вот такие дыры получились. Но я их сейчас джутом законопачу, и нормально должно быть. Такой скворечник у нас получился. У нас, к сожалению, сегодня с собой нет еды, поэтому мы сегодня вешать его не будем. Придем в следующий раз уже с едой. Крепили залом крыши, чтобы она не промокала. Тут кормушка.
Четкая кормушка у нас получилась. Тут они, получается, будут. Опа, уже прилетели. Тут у них будет корм снизу, а здесь они, естественно, будут жить. По идее, должны там жить. Я знаю, что в них ничего не нужно класть вовнутрь. Они сами делают себе так, как им нужно. Еще был вариант обработать горелкой газовой это все, но посмотрите, как это красиво выглядит, и как будто бы ничего больше не нужно делать. Мы сейчас перекусим. Решили с Настей сделать чебуреки, покушать и уже выехать домой, друзья. Погнали в избу. Вот такие красавчики у нас получаются. Ты хорошо края защипываешь. Я впервые делаю перепечку. Я тоже. Друзья, очень вкусные. Даже Хьюго от слова «вкусно» прибежал ко мне, монстр, и выпрашивает. Друзья, если что, это не какой-то рецепт с интернета или типа того. Это то, что мы просто знаем. Это просто перепечек. Закрываем пакетами их, чтобы они мягче стали. Но эти мы заберем с собой, так как уже пора ехать домой. Уже стемнело. Поэтому надо отправляться в путь.
Сейчас уже очень сильно темно на улице. Ночью, зимой. Я еще на технике не ездил. Исправим это, друзья мои. А еще неизвестно, хватит ли нам доехать бензина до дома. Да, капец. Ну, я почему-то думаю, что все нормально будет. Решили, что кормушку установим в следующий раз. Уже по факту, когда привезем семечки сюда, крупу какую-нибудь, установим на место. Мы уже все вещи собрали. Конфетку берешь? Да. В общем, друзья, избу оставляем. Чистенько. Тепло. Оставляем и уезжаем домой. Ну и, друзья, прощаемся с вами. Вы были на канале Ипатыч и Михалыч. Мы были с Настей вдвоем эти сутки. А если вам понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Делитесь с роликом с друзьями. Всем пока и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Юга. Всем пока, скажи. Пока, мам.